Новую школу в Немчиновке ждут с нетерпением. Она строится на улице Московская. Четырехэтажное здание площадью почти 12 тысяч квадратных метров уже возведено. Полностью выполнены монолитные конструкции. Проведены наружные сети водоснабжения и водоотведения. В настоящее время обсуждаются вопросы теплоснабжения. Выбрали какую схему? Подключаемся к существующим сетям. Писали договор, сейчас более-менее выстроены отношения с теплоэнергосервисом. Поэтому здесь дело только за нашим подрядчиком, чтобы он быстро проложил трассу. Строительство школы по плану должно завершиться до конца этого года. Сейчас готовность объекта почти 50%. В настоящее время выполняются работы по благоустройству территории. Это устройство спортгородка, который находится в задней части нас. Внутренние работы производятся, это кладка перегородок, возведение перегородок из гипсокартона по каркасу металлическому, а также все внутренние инженерные сети. В школе на 550 мест будут свой актовый зал, библиотека, учебные кабинеты и лаборатории, пищеблок и столовая на 275 мест. На территории сделают площадку для проведения мероприятий и большой стадион. Заниматься спортом на нем могут не только школьники, но и все жители села. Полина Бахова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».